Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как приготовить бефстроганов в мультиварке. Режимы жарки и тушения есть практически у любой модели мультиварки, поэтому есть смысл поручить ей приготовление этого известного русского блюда. Говядину разрезаю на полоски толщиной около 1 см, слегка отбиваю, а затем нарезаю брусочками поперек волокон. Кусочки мяса панирую. Для этого помещаю мясо в простой полиэтиленовый пакет с мукой или кукурузным крахмалом и трясу так, чтобы кусочки равномерно покрылись панировкой. Руки не пачкаются и на мясо не налипает лишнего количества панировки. Включаю режим жарка на 10-15 минут. Наливаю на дно чаши мультиварки растительное масло и добавляю нашинкованный лук. Слегка солю и оставляю готовиться на 5 минут. Затем на лук выкладываю кусочки мяса, примерно через 5 минут перемешиваю и оставляю готовиться еще минут на 5. Нагрев мультиварки ниже, поэтому по времени все шаги длятся дольше по сравнению с приготовлением на плите. Добавляю к мясу раздавленные ножом зубчики чеснока. Готовлю соус для тушения бефстроганова из воды и сметаны и добавляю к нему сухую аджику. В ее составе уже есть перцы и ароматные травы, но аджику можно заменить на 1 столовую ложку томатной пасты и приправить бефстроганов специями по вкусу. Переключаю мультиварку на режим тушения на 1-1,5 часа, вливаю сметанный соус, перемешиваю и оставляю бефстроганов тушиться до готовности. Пока бефстроганов готовится, я несколько раз перемешиваю мясо с соусом и при необходимости доливаю воду. Готовый бефстроганов солю по вкусу. Это блюдо гармонично сочетается с макаронами, крупами, картофельным или фасолевым пюре. Подается бефстроганов только в горячем виде, причем разогревать его не рекомендуется. После окончания программы приготовления есть возможность оставить блюдо в режиме поддержания тепла. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!